В Тюмени открылся образовательный проект «Студенческий стартап». В нем приняли участие более 150 молодых людей из ТюмГУ и Нефтегаза. Бизнес-тренеры и предприниматели расскажут студентам, как правильно начинать свое дело, и подготовят к предстоящей ярмарке инвестиций, которая пройдет уже в мае. Чтобы он своими ногами почувствовал, что такое написать бизнес-план, что такое найти, придумать эту идею, как ее обсчитать, а также как ее презентовать грамотно, выгодно инвестору. Обучают предпринимателей, возраст бизнеса которых там 5-10 лет, то есть относительно такой небольшой еще бизнес, да, то есть они помнят, как они начинали со студенческой скамьи свой бизнес. Форум продлится 2 дня. По итогам команды, представившие лучшие проекты, получат возможность бесплатно принять участие в форуме СУП-2016.